Вот эта книга, она называется «Рисмет», а по-нашему переводится «Судьба». Эта книга написана о горской еврейке, целиком посвящен ей. Рассказ этот об этой женщине, которую я сделал героиней, она прошла Великую Отечественную войну, до войны полюбила молодого человека. Война отобрала у нее любовь. В силу сложившихся обстоятельств она была вынуждена работать с одним негодяем из нашего народа, который обманул ее, и, пройдя через все испытания, которые жизнь заставила ее пройти, она стала замечательным человеком. Выросла в мужественную, красивую и создала себе счастье сама. В конце своей жизни она встретилась со своим бывшим так называемым любовником, который обманул ее. И когда он узнал, чего она добилась в жизни, пройдя через муку испытаний, стала настоящим человеком, а сам он понял, что жизнь он свою проиграл, и дальше продолжать жить никакой целесообразности нет. То есть он потерял смысл своего существования. Вот эта повесть о женщине, о наших сестрах, о наших матерях, о наших бабушках, вообще о наших замечательных женщинах, которые, пройдя через всю войну, остались преданными своим мужьям до конца.